Продолжаются решительные контрнаступательные операции, проводимые азербайджанской армией для освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Боевой дух личного состава вооруженных сил Азербайджана на высоте. Военнослужащие, участвующие в боях, демонстрируют настоящий героизм. В результате боев, проведенных азербайджанской армией в различных направлениях фронта, было уничтожено большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники армянских войск. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов. Gece döyüşlerinde cephenin Ağdere istikametinde В ночных боях в направлении Акдаре средствами ВВС Азербайджана и войсками, расположенными в этом направлении фронта, были уничтожены направляющиеся из Мадагиза смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника и поддерживающая их передвижение огнем артиллерийская батарея. Утром в Физули-Джебраильском направлении артиллерийским огнем были уничтожены меняющий позицию один танк, одна единица автомобильной техники и до 10 человек личного состава противника. Еще 4 танка вооруженных сил Армении были выведены из строя азербайджанскими солдатами в этом направлении. Также была уничтожена система залпового огня «Ураган» вооруженных сил Армении в направлении Ходжавенского района. В результате точных ударов азербайджанской армии разгромлен 3-й мотострелковый полк «Мартуни», дислоцированный на территории оккупированного вооруженными силами Армении Ходжавенского района Азербайджана. В результате враг понес большие потери в живой силе и технике. Отмечу также, что с утра азербайджанская армия продолжает наступательную операцию с целью освобождения от оккупации города Физули.